Инспекторы ГИБДД обращали пристальное внимание на автобусы регулярных внутригородских и междугородних рейсов. В частности, выявляли технически неисправный транспорт. Для этого полицейские организовали проверку автобусов на конечных остановках и перед выездом на линию. Госинспекторы технадзора провели занятия с сотрудниками всех предприятий по перевозке пассажиров. Рассказали об изменении в правилах дорожного движения, а также напомнили об ответственности за жизнь и здоровье людей. За время проведения операции было составлено 109 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Из них 77 на водителей автобусов и 32 на должностных лиц автопредприятий.